Фантастический мир в горах. Так посетители называют парк «Зеленая планета» в горно-туристическом центре «Газпром». Уютное местечко, прекрасно подходящее для семейного отдыха, стало местом проведения одного из самых добрых праздников – Дня семьи, любви и верности. У нас очень много семей. Сегодня на канатной дороге действует скидка. Горно-туристический центр «Газпром» ежегодно организовывает большие такие мероприятия. Притом наши ценности, наш главный фокус – это для того, чтобы любой человек мог позволить себе этот отдых. Каждый уикенд мы запускаем новый объект, новую экспозицию. И абсолютно точно, что мы будем двигаться так до конца лета. Музыка и танцы для всех, для детей мастер-классы. Такие здесь, кстати, проходят каждую субботу. Здесь же можно было сделать снимок в фотозоне с ромашками. Это символ праздника. И оставить пожелание на дереве семейных ценностей. А еще стать участниками научного шоу, увлекательного представления с занимательными опытами по физике. Наш вулкан начинает свое! Парк «Зеленая планета» находится слева от развлекательного центра «Галактика». Сама атмосфера, свежий воздух, горы, река – все располагает к семейному отдыху. Гости планеты с удовольствием фотографируются с ее зелеными обитателями – вот такими огромными фигурами. Приехали сейчас в «Газпром», хотим посмотреть, как у вас тут красиво, круто. Погода шикарная вообще. Сегодня тем более праздник, день семьи. Очень красиво. Очень день. Красиво, молодцы. Да. Что для людей? Красивое место, классно, нормально все. Мне нравится. Для детей вообще здорово. Парк «Зеленая планета» постоянно развивается. Не так давно здесь открыли летнее кафе и детскую игровую площадку. На планете появился пруд. Скоро сюда запустят рыбок. Наверняка «Зеленая планета» уже совсем скоро попадет в народный рейтинг обязательных мест для прогулок в Красной Поляне. Кстати, менее чем за месяц парк посетили более 50 тысяч человек. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.